преддверии новогодних праздников полицейские Тувы присоединились к всероссийской акции Министерства внутренних дел «Полицейский Дед Мороз». Правоохранители устраивают новогодние праздники и оказывают материальную помощь воспитанникам подшефных детских учреждений, школ и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также по инициативе заместителя председателя общественного совета при МВД Тувы Татьяны Галета был организован сбор теплых вещей и игрушек для ребят. Первыми в списке счастливых обладателей новогоднего подарка от Деда Мороза стали семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мы тебя поздравляем с Новым годом, дарим тебе подарок. Вот такой вот, смотри, какие игрушки тебе дарим. На, пожалуйста. Это тебе подарочек такой. Далее полицейские поздравили студентов Кызылского колледжа искусств. Самых активных учащихся колледжа поощрили подарочными сертификатами. Дорогие наши подшефные ребята, Айланмах Мамушкоев, на сегодня мы, сотрудники МВД по республике Тыва, совместно с председателем общественного совета при Министерстве внутренних дел, пришли поздравить ребят с наступающим Новым годом, оказать поддержку активным ребятам. Молодые люди не только достигли успехов в учебе, но и каждый по-своему постарался максимально реализовать свой творческий потенциал за время учебы. Благодаря колледжу искусств студенты раскрыли свои таланты в таких направлениях, как хореографическое творчество, национальные инструменты народов России и хоровое дирижирование.